Тебе, где? А что, как? Ты можешь подойти? Сейчас я еще цветы принесу, а ты? Чтобы полить их хорошо. А цветы вам оставились? Да, можно жить. Да. Это нам оставили. А мне очень жалко, когда если они что-то погибают. Пойдем зайдем. Ну что? Что скажешь? Да фиг его знает, место хорошее. Место как место. Смотри, эти в интернете. Да, само собой. Не место красит человека, а человек красит место. Слушай, меня, честно говоря, удивляет вот парикмахерскую. Открыть в таком месте парикмахерскую, в непроходном месте. Это какое-то элитное место. Я просто здесь первый раз вообще не знаю, кто тут собирается, где. То есть для чего люди сюда приезжают вообще? О, началось философия весна. Я не понимаю, то есть как, а чуть, вот мы как...